Спасибо Кыргызстану, который не просто хранит, но приумножает память о человеке, который представляет несколько культур и сразу всю культуру мира. Россотрудничество организовало выставку, посвященную Чингизу Айтматову. Я смотрю, замечательные здесь фотографии. Айтматов. У каждого народа свой. Он стал человеком мира, великим гуманистом. Его признают многие народы. Важно создавать дискуссионные площадки, на которых мы можем объединить свои голоса, взгляды и обсудить. Мы действительно перед сложными вопросами. Ибо главный вопрос, который неотступно следует за писателем, это вопрос о взаимоотношениях человека с миром.